Всем привет, с вами Санек050, и сегодня мы играем на Russian Roleplay, ну как обычно. Это пятая серия, только вторая часть про ДПС. Также идем сюда устраиваться, чтобы нам дали машину. Начать смену. Вот, начали смену, нам дали машинку. 200, это потому что я на крузаке ездил. Так, система ДПСника это вот. Нажимаем на М, типа платная, и вот она. Как она действует? Вот. Нажимаем, например, вот на меня. Сумма выписанных штрафов на 5000. Вот, это я про сам себе проверял. Вот, попросите остановиться, нажимаем. Вот, видите, водитель, прижмитесь к обочине и включите аварийку. Так, еще есть... Так. Ну, давайте одеть. Одеть, снять наручники не работает, да? Ну, ладно. Так. Посадить тюрьму, сумма. Ну, давайте рубль, к примеру, там. Не знаю. Вот, что плохо, что... Ну, вот. Встречку. Речка. Вот. И выписать штраф. И вот вам написано. Выписали Санек 050. Выписал вам штраф. Причина встречка. Также, вот не знаю, еще давайте нажмем посадить. Срок. Можно вот так. 0.1. Посадить в тюрьму. О. 0.1 по причине. А, вот, вы отсидели свой срок, видите, там на одну секундочку вас сажают. Вот такая системочка вот платная, только я не знаю, как отсюда выйти, ну ладно. А, наверное, сюда, да? В обычной тюрьме, в этой полиции. Значит, пробел для выхода из участка. Да ё-моё. Так, побежали, все. Вот такая системочка. Мне, конечно, нравится все. Мне нравится, что у патрульного вот нету машины. Вот. Вот так, типа, ты ездишь, можешь работать, типа, на F4, вот нажимаешь, там нажимаешь, к примеру, на машину. А можешь нажать на M, и также, типа, это. Ну, только наложить арест, я не знаю, давайте сейчас закончить смену. И начать смену по-новому. Но не обязательно сюда ехать, у вас есть патрульная машина. Так, я хочу съездить. А где штрафы платить? Тут есть где? Вот это меня пошло на это. F9 тут не работает. Также вступайте в наш, в мой клан. Чуть не сказал в наш. В мой клан писать вот. Или мне мой ник не Санек 50. Или список. Ой, список клана. Так. Состав клана. Вот. У него ник вот. Просто решеточка. Или ему, или мне пишите. Если видите на сервере, можете вступить к нам в клан. Классная такая мусорская машина с номерами типа А200. Вот у меня штраф на 5000, да, я написал там 5 чем-то. А другой вопрос, где платить штрафы? Или вообще надо их тут платить, а то я так, знаете, типа выписываю сам себе и все. Ой, подлагивает чуть-чуть. О, уже не чуть-чуть. Ясно, понятно. Ладно. Если я захочу... Оп, а промахнулся лох. Надоели чат чистить. А вот, был заморожен администрацией. А, ну это хакер, типа. Я просто подумал, тот пацан, который со мной в камере. В камере. Ёпт, чё я несу? А, прикольно, да? На метаскоин номера АМР. Е. Вот, короче, такая система, вот наемочка, но она платная. Вот. Давайте, вот кто-нибудь сейчас проедет там, я не знаю. Ой, ой. Чат. Открыл не тот. Также в клане будут у нас розыгрыши идти, все открывают только для участников клана. Ну, вот кто в клане. И также будем вот из общака. Блин, я не видел никого. Мне бы ник увидеть, кто летает тут. Я ему выпишу штраф. Посмотрю. Вот, какой там Виктор или как-то так. Или что-то там подобие. Вот, да, это Виктор, 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 Виктор. Виктор. Ну вот, попросить остановиться. Закрыть панель. Где нахер? А, ну это типа он мне написал, да? А, так я не понял, куда он свалил. А, Виктор. Вот это мне. Так. А, ну если он это мне,
Ну, скорее всего, это он мне, потому что я ему написал про это. Но он мне так написал, поэтому давайте, дедет Виктор. Выпишем ему штраф. Так. Штраф. Ой. Штраф. Ну. А, мне чат открыть. Штраф в размере 10 тысяч. 10 тысяч. Так, оскорбление. Ясно, понятно. Оскорбление. Да ё-моё. Ясно. Короче, и 8. Оскорбление сотрудника полиции. Вот. 8 убираем. Так, я просто быстрее напишу. Причина. Выписать штраф, все. Оскорбление сотрудника. На посадим, давайте его. 2 минуточки. Посадить в тюрьму. Так. Вот так. Теперь буду следить за порядком, кто будет типа вот так агриться на полицию. Буду сажать и штрафики выписывать. Так что не надо так себя вести. Ведите себя адекватно. Полиция вам ничего тут плохого не делала на ДПС. Ну, таранится, не обязательно. А, это он со стробоскопами. Опа-на. Ну, включись, сирена. Так, давайте. Абу. Абу-абу. Абу. Попросить остановиться. Так. Закрыть панель. Тык. Выходим. Я знаю, что это администратор. Тут есть ми. Ми. Постучал в окно. Постучал в окно. Это ошибка, извините. Так. Здравствуйте. Здравствуйте, запятая. Сотрудник. Сотрудник ДПС, там давайте вот. Санёк, 0,50. Прошу предъявить ваши документы. Вот, видите, там... Янса. Машину вернул. Вот ясно, ну такие неадекватные, ну то неинтересно играть. Ну вот видите, ну и администрация вот даже не отыгрывает РП, ну как-то так скучно, конечно, так бы оно... Он бы отыграл бы, и было бы уже поинтереснее играть. А так, видите, не отыграл. Конечно, ну ладно. Видео будет видно, конечно. Ну, конечно, так не отыгрывает это. Это плохо. Ну ладно. На этом закончим. Это наше видео. Всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки. С вами был Санёк 050.